Всем привет, друзья, с вами Малдер. Мы сегодня продолжим играть в Киберпанк. Граффити нам в прошлой серии сказали все найти. Ну, блин, ну неужто мы сейчас будем все это искать? Нет, конечно. Жвачка, блядь. Надеюсь, не использованная. Вот, одно из граффити. Это... А, два мы нашли, да, из 20. Осталось 18. Осталось 18. Давайте-ка мы с вами сейчас выберем какое-нибудь задание. Кстати, газета лежит, блядь. Газетка. Здесь мы забрали все, да? Газетка, газетка, газетка. А что там внизу-то? Далеко лететь-то, блядь? Да. Ножки, боюсь, поломаем точно. Ну-ка, карту глянем. Мы рядом с заданием, кстати. А это что? А, здесь еще одна карта Таро. Прямо рядышком они находятся. Три штуки, блядь. Три штуки. А это шут из Найт-Сити. Может быть, его тогда и возьмем? Этого шута из Найт-Сити? Тут как? Мне... Эй. Ебаные глюки, блядь. Хотя нет, вроде работает карта. 10 метров. Ну, подожди, тут прям спуститься и будет задание. Чуть приболел маленько, блядь. Горло побаливает. Надеюсь, не ебучая корона, блядь. А, стоп, это нам до лифта показывают. А тут что такое? Что-то искрит все. Это нам до лифта показывают 10 метров, а там на самом деле, может, 5 километров, блядь, до него, до этого задания идти. Период... Да не, на самом деле, вряд ли. На самом деле, вряд ли. Наверное, тут где-нибудь поблизости здесь что-то есть. А сколько? Ну-ка, дай-ка. Я слышу, там кто-то орёт, блядь. Так, ну давай зайдем. К Мисте? Ты нам что-нибудь скажешь или нет? А я отвечу нет. Нет, ты нам уже говорила. А где этот хер-то? Ты чего? Вот же он. Они все вампиры! Пророк Гэри, их блядь. Их тела никогда не стареют. Глаза у них мертвые и холодные. Как мы с тобой попадали-то, придурок? Корпорация Ширма, благодаря которой они могут и дальше тайно жить, как... Не, мы, кстати, к нему подходили уже. Бой? Истинно говорю вам, Сабура. Что значит бой, блядь? Я не хочу драться с ним. Он спокойно отдыхает в фамильной гробнице. Он питается кровью. Слушай, Сабура точно мертв. Уж ты мне поверь. Ты что, видела его смерть собственными глазами? Ну, короче, там так вышло. Нет, не видела. А, вот, то-то же! Вы спросите, как обычные смертные могут стать чудовищами? Признаваться не очень хотелось, что мы видели буквально в паре шагов, как его грохнули. Ладно, это не задание, это херня была. Где у нас тут чего есть? Это у нас... Подожди, это другое уже, что ли? Карта... Да не надо мне карту Таро-то. На перепутье добраться... Добраться до посмертия. Кстати, может быть, нам сходить посмертие тогда, что ли? Значит, сколько туда идти-то? Хуй её знает. Подожди, это я не то выбрал. Да ёбаная карта, блядь. Да, сука, где карта-то, блядь? Попасть не могу. Да не хочу я на выбранное место идти. Нет! Вот, да ёб твою мать. Меньше не могу. Как мне это? Ну-ка, стой. Я хочу выбрать карту. Вот это, что ли? Да. Сейчас карту выбираем и в посмертие сразу бежим. Там прям рядышком все. 150 метров. Ты мужик? Господи, какой ужас, нахуй. Я не видел ничего. Какой ужас. Добраться до посмертия. Так, ну-ка, свалились все. Ты что тут, блядь, бродишь? Стой, подожди, мне как-то тут надо пройти. А... Может, хватит уже говорить о работе? Не, это мы видели. Ту граффити мы уже с вами проверяли. А вот здесь еще где-то одна. Одно, точнее. Граффити. Старо.
Только не говорите, что надо 18 километров, блядь, пробежать, чтобы его увидеть. Да причем оно где-то он в подвале, блядь. Что? Это, кстати, не оно? Нет, какая-то реклама. А телепорт есть. Так, Таро, где-то здесь, рядом прям. Мы причем рядом с посмертием с этим. Внизу, что ли, где? Что за хуйня? Да, блядь, подождите вы со своим посмертием. Где эта карта? Вот она. Так, графти. Напоминающая старший аркан из колоды карт Таро. Императрица. Шальная. Посмертие. Ты кто такой? Охранник, что ли, блядь? Мы в посмертии-то уж были в самом начале игры. Вызываем наряд? Или по-быстрому пристрелим этих и затащим внутрь? Я же говорил, по смерти смотрят на репутацию, на старт. Привет. Твой значок для них. Залетай. Залетай, блядь. Нас не пустят в любом случае. Так, поговорить с бестией. Поговорить с бестией. Клэр? С тобой мы базарили уже, подожди. Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Не из-за надо тебя. Орать. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои знаешь, проблемы. Что есть? Иди нахуй! Не советую с ней связываться. Бестия, есть разговор. Все в порядке. Ты не из наших? Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори как есть. Это девица. Чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он работал на Арасаку. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Тибак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучку. Спроси ее про Арасака Таур, как меня подстрелили у нее на глазах. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми без исключений. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Арасака Таур, помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни? Ты подготовилась. Конечно. Но меня чувствами не проймешь. С чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай эти. Ага. 15 тысяч заплатить? Вы что, охренели, что ли? Ага. А если у меня нет денег? Что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну тогда, до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. Так, подожди, подождать, пока бестия позвонит. Завтра поговорить и прийти. Я, между прочим, 15 тысяч тебе заплатил. Шкура, блядь. Какого хрена мне завтра приходить? У меня 14 тысяч осталось всего лишь. А тут что такое? А, подождать, пока бестия позвонит. А сколько ждать-то, блядь? До завтра? Тут можно накидаться, блядь. Некоторое время спустя. Ну-ка, свалил отсюда, блядь. Работа нужна? Ты кто говорит? Ты? Я к бестии. Она меня ждет. Привет, это снова я.
Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Спасибо, я не пью. Что с тобой такое? Хорошее бухло. Тебе же хуже. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. На ней много всего интересного. И она поможет? Знаешь, бестия была та еще бесчувственная тварь, но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошла ее проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Этакий фиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить – другое дело. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно АВИ, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Ха. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то ВИП. Угадай, откуда перевозка? Из Цинти. Хельман. И это хорошие новости. Сейчас начнется. Это все засекреченная информация. Тебе всегда ее по первому чиху скидывают? Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. А что за плохие новости? А плохие новости – их место высадки. Видишь, все это – воздушное пространство Найт-Сити. Ага. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут – равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. Я о нем слышала кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые, и с защитой у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно даже с хорошим оружием. Ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обеих. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмово им живется. В целом, ты права. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Почему панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары.
А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась? Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товар и машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь, но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. По нам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно? Спасибо. Удачи. Панам Палмер. Интересно, а куда она флешку, точнее этот чип вставил, если у нас уже торчит один? Так, прочитать сообщение. Скоро наступит столкновение с реальностью, которое возвестит будущее этого мира. Всякий раз, когда деньги приходят из рук в руки, твое истинное я становится жертвой капитализма. Лучшее оружие против капитализма – непрерывная медитация. Корпоративное угнетание прекратится, когда мы перестанем угнетать сами себя. Это у нас... Так, Эвелин Паркер. А что нас ждет-то ответ? Ты тут? Надо поговорить, это важно. Паркер. Ну, давай-ка. Отправим сообщение. Ты тут? Сообщение доставлено. Телефон получателя выключен или находится вне зоны действия сети. Вот и поговорили, бляха-муха. Тебе что надо? Какая работа? Это какая? Дельца есть. Перевозка груза. Доставить кое-что из точки А в точку Б. Тихо и быстро. Сделаешь? Такие вещи проводят через фиксеры. Нахер посредников? Пустая трата денег. Ну, с таким подходом ты далеко не уедешь. Консультанта мне тоже не нужно. Я ищу перевозчика. И где релика? Рассказывай. Все просто. Идешь на набережную Кабуки. Забираешь груз. Звонишь мне, а я тебе расскажу, как его доставить. Все четко. Угу. Кроме вопроса про бабло. Не переживай. Гонорар будет. Заграничный, растаможенный и без пошлин. Ни пошлин, ни подробностей? Именно. Да не боись, по деньгам не обижу, а дельце-то ерундовое. Берешься? Ну ладно, берусь. Вот и хорошо. Я знал, что мы договоримся. Двигай на набережную Кабуки. Там нужно найти холодильник с надписью «Будущего нет». Как найдешь, забирай, что в нем лежит. И звони мне. Я скажу, что дальше делать. Угу. Ну, до связи, видимо. Деннис Кранмер. Что ты, откуда ты взялся, негр, блин? Так, номер 11, вижу задание. Как мне нажать? Эй! А, я уже его взял. Сам, подожди еще немного, пожалуйста. Риппер сейчас приедет. Сука, ну как так? Почему мы не поехали в клинику? Тут безопаснее, чем в клинике. Скажи что-нибудь, Шам! Пожалуйста! В смысле ты не приедешь? Ты приедешь, блядь? Ты будешь тут через 5 минут, или я... Хуй знает, что тут происходит, короче. Так. Что это такое? Это ж был... Бляха-муха. Сбой в работе биочипа. Я... не могу... Так, а что ты не можешь? Там дым какой-то из-за этого пара или что это? Это ж морг бывший у нас, как мы помним. 850 метров, да ты чё, бляха-муха? Так, погоди, 850 метров, это, конечно, круто. Тут что, встретиться? До встречи в посмертии. До встречи в посмертии, типа, забрать сверток у мамы Уэллс. А что за сверток, интересно знать? Это мать Джеки? Шут из Найт-Сити. Два товарища. Подожди.
А где, блядь, задание-то? Поговорить с полицейскими. А, стой, подожди. Поговорить с полицейскими мне еще рановато. Мне надо идти. Так, это такси Деламе. Шут из Найт-Сити. Так, блядь, какие граффити? Я вот на задание. Карта Таро. Найти нишу Эндрю, прежде чем говорить с полицейскими. Надо сначала сюда сходить, прежде чем с мусорками базарить. Это я помню. Тут карты еще есть. Какой хуй, не знаю зачем. Быстро перевещу мегабан. Да блин, ну что тут за ебаный рот творится? Я ее ближе не могу сделать. Забрать. Вот, давай сюда вот. Ничего себе. Забрать сверток. А это что за говно? Там карты, что ли? Слушай, там карты, походу. У меня тут два задания получается. На одно на другое накладывается. Ладно. Забрать сверток. Сверток от мамы Уэллс. Это дома. Это дома. Рядом с нашим домом. Она, по-моему, под дверью ее ставила. Его. Этот сверток. Сейчас мы попробуем забрать. Плюс забрать его. Плюс ко всему. Надо будет глянуть. Где это граффити гребаные, блин? Где вход-то, блядь? Далеко, что ли? Так, 175 метров, там... На лифте надо будет ехать, естественно, но на наш этаж. Да, бляха-муха, никак не добегу до этого гребаного входа. А он где-то вот здесь вот. 100 метров. Так, мусорок, тихо. И как мы помним, труп Джеки забрали из Росаки, блядь. Ну, 100 пудов оживят, блядь, как-нибудь. Что-нибудь с ним сделают. Это прям 1000000%. Так, погнали. «70% настоящего мяса с кровью!» «Бойня! Пробуди свои инстинкты!» «Мистер Ярчик, всю ночь...» Так, пробудить свои инстинкты. Мясо жрать, что ли, сырое, блин. А где ты... Так, опа. Так ему звонит? Ли, ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Росаки. Он сейчас здесь. В Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Старый друг, связи с влиятельными людьми. Что за намеки? Давайте ближе к делу. Я говорил, что буду пробовать варианты. Стучать в разные двери. Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в Камбэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим, но с чего-то надо начинать. Уж кто-кто, а вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность. Даже самую старую дружбу. Этому человеку точно можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Да, я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Джапан... Чё там? Джапантаун? Это как Чайнатаун? Практически, только японское. Так, ладно. Вот он что-то выслал тут. Он хочет утолить жажду в источнике. В ожидании твоего прибытия он укрывается в тени раскидистой вишни. Лис осторожен, он покажется тогда, когда будет уверен, что вода не отравлена.
Отъебись, псих. Ты Камура, блядь, прислал. Подожди, я же... Подожди. Это вы-то Камура? Такимура. Начинающую наемницу сразу видно. Это я, Такимура. Я пишу с одноразового телефона через безопасное подключение, но мне показалось, что будет лучше воспользоваться шифром, который я сам разработал. Я догадывался, что это будет выше твоего понимания. Мы встретимся в доках на Channel Street в Джапантауне. Я приду туда ночью. Если за тобой не будут следить, я покажусь. Надеюсь, это понятно или все еще слишком сложно? Я покажусь, блядь. Все ясно, блядь. Гора, до встречи. До свидания. Закрыть. Все, погнали. Да какая ты Камура, блядь? Мне надо встретиться, забрать. Господи, блядь, этот сверток. Во. Я случайно задание взял. 50 метров. Ага, мне туда надо пройти. 40 метров. Там, кстати, он граффити есть, прям рядышком. Вот же оно. А он и сверток, блядь, смотри-ка. Так, странный граффити. О! Интересно. Интересно. Граффити, напоминающий старший аркан из колоды карт Таро. Шут. А вот и сверток. Ключ от мотоцикла Джеки. Транспортное средство приобретено. Да. Встретиться с Джуди. Да? Ну-ка, подожди-ка. Она пошла в... Погоди. Кукольный домик. Ну тут еще у нас что-то есть. Подожди. Это вот... С полицейским не будем пока базарить, потому что уровень опасности средний. А почему у меня дорога так показывается? А, или надо на лифте сначала спуститься? На лифте. Тут что такое? Диверсия. Добраться до тайного... Ой, до тайника грязного Фреда. Ага. Добраться до трущоб на окраине... Кабуки. Блять, тут задание еще ёбнешься сколько. Ладно. Так, мусорки пока отмена. Погнали. Встретимся с Джуди. Но мне надо опять на лифте ехать. Блин, почему тут эти диалоги не озвучены? Всю игру, блять, озвучили. Причем достаточно качественно. Сука, диалоги, блядь, не озвучили. Так, у меня, кстати, что там по этому, по снаряжению? У меня есть что-нибудь новенькое или нету? Не, ничего нового нету. Даже шмоток. А мы, по-моему, в конце предыдущей серии все поставили. Да поехали, бляха-муха. Так, куда? Вход. Вот. Ко входу. Блин, ну очень долго вот эта прогрузка на лифте, блин. Что, сука, 2077 лифт, что ли, не могли нормально сделать к этому времени? Какой-нибудь там, хер знает, телепортер, блядь, поставить или еще что? На каждый, на свой этаж. Блядь, лифт, блядь. Да таких лифтов тут даже сейчас нету. Спасибо, что остаетесь на 54-й. Хотя на самом деле до 2077-го не так уж и много нам осталось, блядь. Если уж так разобраться, блядь. Так. Открывайся. Открывайся. Здесь еще есть карта. Я не знаю, блин, далековато она, конечно, находится. Не то, что далековато, крюк надо делать. Мы лучше вот до этой. Да куда ты? Мы лучше вот до этой дойдем. Вот почему? Я вот нажимаю вот здесь вот пометить. Пункт назначения. Пизду нахуй. Так, погнали.
там сейчас мимо побежим, один хуй. И увидим, наверное, это граффити гребаное. Сколько бежать-то? Да какие, сука, 370 метров. Где у меня мотоцикл, кстати? Я могу вызвать его? О! Не понял, где? Он приедет откуда-то или что это происходит? Ну, кстати, он едет. Он от меня, правда, едет, блядь. Какой с ним, блядь. Ай, блядь, как же тут херово все вот это сделано. 50 метров. Да какой хуй мне... Барлизис. Какой хрен он мне нужен, блядь? Где вот? Он под мостом там где-то стоит. 15 метров осталось еще. Бесполезная хрень абсолютно, блядь. Сколько раз говорил, сколько раз поражался, блядь, до сих пор поражаюсь. Зачем эти... Не, в натуре лучше бы какие-нибудь камни телепортации бы сделали, и все. Ну, в будущем-то это же, наверное, реально там. Сколько тут? Где? Вот, пока мы мотоцикл ждали, мы уже прибежали просто-напросто. А если бы мы еще там ждали? Он там по-любому на каком-то светофоре... Что это было, блядь? На каком-то светофоре остановился, блядь, и заглючил что-нибудь с ним. Так, Барлизис. Тихо, блядь. А что, закрыть, что ли? Забор. Так. Кирк Суэр, блядь. Ви, здорово! Это Кирк. Как жизнь, Чумба? Чумба? Ты точно номером не ошибся? Если помнишь, при прошлой встрече я тебе чуть морду не разукрасила. А, ну это же дело прошлое. Жить надо сегодняшним днем. И у меня сегодня для тебя работенка. Легкие деньги. Зарули в койот, я тебе там все расскажу. Ну и проставлюсь, естественно. Ну, что скажешь? Ладно, уговорил, подъеду. А, я всегда говорил, что ты баба умная. Да, Кирк, говоришь ты много. И соврешь, недорого возьмешь. А, нет, Ви, только не в этот раз. В этот раз все пройдет ровно как надо. Ты только не тяни, приезжай. До связи. Сука, а тут закрыт бар-то. Почему? Эй, кажется, я тебя уже видела. Ты откуда, блядь, взялась? А что закрыт-то? У меня хорошая память на лица. Бар закрыт. Прости, Чумба. Ну ты, блядь, Чумба, чучело, ну. Я ищу Эвелин Паркер. Не знаешь, где она может быть? Бывала тут когда-то, но я уже давно ее не видела. Мне нужно поговорить с Джуди. Она в студии? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. То есть просто так меня пропустила. Только к ней? Только без глупости, а то я тебя выведу. Ясно? Куда ты меня выведешь? Так, поговорить с жопой? Чего? Чего, блин? Того, чего-того, блин. А чё, бар-то вроде открытый, работает? Непонятно, что тут. Так, щипцы, блядь. Барт как бы работает. Бар работает и написано закрыт. Хер его знает, почему. Fuck to death. Джуди опять устраивает сцены. Не пон... Эй, куда собралась? Там ничего интересного нет. Ебёт, что ли, блядь? Так... Кстати, я цензуру не говорил, я уж цензуру, блядь, поставил. В игрушке, чтобы не забанили, нахуй. Так, а то сиськи и прочее показываются. Конечно, без них будет хуже. Но таковы дурацкие правила Ютуба. Безопасная зона. Да, блядь, я знаю, что тут безопасная зона. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят левые люди,
Займись вон своей гостьей. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Что-то пошло не по плану. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Я вроде ясно выразилась. Или что, намек был слишком тонкий? Это Сьюзи довольно пробивная дама. Ваша главная? Ты что, специально пришла выяснять, кто есть кто в Шельмах? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Слушай, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сама просрала? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорола дело и потеряла всех своих. Настоящий профессионал. Вообще-то ты тоже к этому причастна. Налета бы не было, если бы ты не помогла ей с брейндансом. Вы же меня в это втянули, ты и она. Я знала, что это плохо кончится. Я вам сразу говорила. Ты развлекаешься? По 100 раз спрашиваешь. Я ничего сложного не прошу. Просто скажи, где она? Почему скрываешь? Очень просто. Я тебе не верю. Будешь изображать жертву? На тебе нет ни единой царапины. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Серьезно? Я просто пришла задать вопрос. В отчаяние меня привела ты. Лучше бы ты не осуждала, а ответила, где Эвелин. Все, с меня хватит. Уходи. Если хочешь, поищи ее в облаках. Это все. И где эти облака? На столе портсигар с адресом. Забирай его и выметайся. Ну, сразу бы так. Это что ли? Мегабашня? Статусное место. Что такое облака? Кукольный дом. Не знаю, на что ты рассчитываешь, если так херово знаешь собственный город. Простые же вещи. Эвелин там? Ты знаешь точно или тебе так кажется? Карты Таро сказали. Исчезни, пока я девочек не позвала. Чё мне, блядь, твои девочки? Сейчас тут перебью, блядь, пол армии вашей. Во. Погоди, кукольный дом? Ты думаешь, Эвелин там зависает? Или работает? Я взял пистолет, кстати, какой-то. Обычные компоненты предметов. А чё за пистолет? Хороший, что ли? Так, пистолет. Блять, причем очень мощный. Лиззи. Редкая культовая. 297 урона. Обалдеть, блять. В секунду. Пора пистолет уже какой-то брать, действительно. Вот, тоже пистолеты какие-то слишком мощные. Так, открыть. У нас тут что? Сохраняшка есть. Выйти из Лизис. Выходите из Лизис, мы будем уже, наверное, в следующей серии. На сегодня хорош. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.